семьей. Вот мы с дочкой идем. А там впереди идет. Да, всем привет. А там впереди идет муж, идет Машин. Муж, а, дочери. Мой муж. Твой зять. Да, муж дочери и два наших ребенка. Вот, Лепа Георгия. Ну, так что, в общем, вот, а мы покажем вам сейчас из Анси. Вот мы уже подходим к озеру, кстати говоря. Да? Сейчас, секундочку, вот я покажу вам, как вид сзади. Да, озеро. В общем, сейчас все красоты будем показывать. Ребят, как проводят. Мы на нем катались в прошлый раз, когда здесь были. Вон все мои идут. Все семейство. И очень хочу вам снять, конечно. О, уже кто-то лежит, загорает здесь прямо на травке. Ну, сейчас за мной вы все увидите. Так что сегодня у нас будет день прогулки в Анси. Так, сегодня по плану, да, а во второй половине дня боулинг. На видео снимаю, так что можешь повертеться, май дарлинг. Стой, 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 Машири, стой. Стой, теперь для меня. И не только для меня. Для наших девочек, для всех, кто нас смотрит. О, шикарно. Merci beaucoup. Мам, слава совершенно вот плохо. Не умеет снимать, да? О, вот это вот я. Уволь меня. Нет. Уволь меня. Мне пока нужен. Уволь. Я готов за свой счетов взять. А наши уже куда-то убежали. Вот это красивое озеро. И потом мы будем еще подниматься в замок, я думаю. И вот там очень красиво. Идешь? Да. А, да, девчонкам покажу. Девчонки, выгляжу я сегодня вот так. Вот такая, у меня кофточка, вот такой у меня бантик здесь. Шортики и, как всегда, мой зачет. Попки лебедей. Очень красиво, да, здесь? Здесь на лодочках плавают, смотри. И с этой стороны моста. Все фотографируются. Пятушки. Сегодня пятница, здесь много людей гуляет.
ребят. Ну куда без этой радости? Куда без вещей? И как всегда, там много женщин. А мои уже где-то далеко. Мы поднялись к замку. И вот здесь на площади замка такая вот панорама красивая. Народу немного как-то. Угу. Вот смотрите. Это замок-музей. Здесь есть постоянные и временные экспозиции. Мы сейчас, конечно, экспозиции не пойдем смотреть. Пойдем просто гулять и смотреть вид. Слушай, действительно, Венеция. Красиво, да? Ты помнишь вот Венецию? Мы Венеции, да, да, смотри, какой прикольный ресторан. Даже помнишь, мы снимались около... Как Венеция, да, да. Чистая Венеция. И вот, мам, смотри, ресторан-то прикольный. Слушай, смотри, правда, какой ресторан, да? О, вот так вот смотришь, а тут это... Ну, мы уже, видишь, эти места, их надо ждать у окошка. Да, конечно. Да, это историка. И там на нас шестерых места нету. И мы бы шестеро разместились, да. Очень симпатично делает моя кувшинка. Красиво, да, ребят, смотрите, как красиво. Вот такая красота в Ансии.